А перед просмотром поставь лайк и подпишись на канал. Спасибо! Здорово, народ, с вами Just Jack, и мы продолжаем с вами проходить игру под названием Yakuza Like a Dragon. Это 33-я серия, погнали. Так, я на самом деле не знал просто сейчас, будут ли какие-то мультики, прежде чем я выйду отсюда. И поэтому решил начать серию отсюда. Вообще, я хотел за кадром побегать, конечно, позакупать всякого типа аптечек, воскрешения, тауринов и прочей. Это нам нужно в аптеку. Ну ничего. Мне сейчас, если дадут возможность, а мне дадут возможность, отлично. Нам нужна аптека. Попостанция. Вот она, аптека. В принципе, пешком добежать можно до этой аптеки. Что мы сейчас с вами и сделаем. Благо, драк на улице не существует больше для нас. Вот. А всякие таурины и прочую фигню купить нужно. Тем более, у нас есть с вами 3 миллиона. Как бы нам их особо тратить некуда. Поэтому пойдемте. Пойдемте закупимся. Я, по крайней мере, надеюсь, что тут это все продается. Здорово. Так, чай. А вот они, да, все. Туринер. На всякий случай тоже возьмем. Все возьмем. Так. Уровень стиля. Да, не за что, да, давай. Угу. Так, предметы для развития. Запас здоровья. Короче, да, у нас эта профессия просто нам повышает. Теперь навыки ничего не дает, просто статы повышает. Так, сохраниться. Нафиг. А теперь пойдемте с вами в место, где... А, подожди. Вот так. Давайте зайдем. Перекусим в баре. Нужно восстановить статы. А уже потом идти на место задания. Тем более, в принципе, это сейчас будет по пути. Здрасте. Давайте похаваем. Едок. 30 раз поесть, да, нужно? Все, спасибо, до свидания. А вот теперь пойдем на задание. Сонхви. Исиода не выходил из здания, и зеркальное лицо тоже. Они на четвертом этаже. Да. Сколько там человек? Минимум 10. Точнее сказать не могу. Понял. Смотри в оба, не спускай глаз с Исиоды. Принято. Идем. В Изинсё мы у себя дома. И это дает нам преимущество.
Пора преподать им урок. Ну, пойдем. Пойдем. Давайте не войдем. Не войдем. Понятное дело, драка. Удивительно, да? Как я понял? Так. Какого это хрена? Ты первая ходишь. Ладно. Вот ты, да? Не, чувак. Не походим ты. Шо, гигаразмах? Ты ёпта, ты охренел? Ты охренел, блин. Так. На. Все, теперь его можно просто бить. У него промывка мозгов, он вообще пол. Ага, он избавился от промывки мозгов, да? Ладно. Защиту понизил нам, значит, да, скотина? Ну давай, огненное дыхание. А, у него сопротивление, класс. Молниеносное дерьмо? Так, продолжаем его избивать. Не промажем, просто ударим. Ну все, добьем. Сила рывка убийцы. Интересно, что за навык такой. И сегодня где-то в этом здании. Поспешим. Ну давайте поспешим. О, здорово, пацаны. Ты откуда тут взялся? Я так понимаю, сейчас мы будем пробираться через толпы врагов, и в конце нас ждет опять босс. Касуги, восстанови. Дурацкая система, конечно, тут выбора персонажа, это жесть. Так, теперь ходит вот тот дядька.
хватит. Здорово. Чё, как гел? Кто такой? Зачем ты тут стоишь? Босс? Ты типа босс, да? Ещё да. Касуга, коно гаки. Нанде коко га вакатта? Комижиру но кумо но ито ва, има мо мада хобоу ни хари мегура сарете имасу. Ито но небари зьёса га ури нан десу ё, учи ва. Мукашик кара не. Оясан о корошита но ва, омае нано ка? Я чау на, Аракава о корошита но ва, гокудоу но оките имун я. 裏切り者が能々と生きていけるほど、この世界は甘ないんやで。なんだと、なんて言い草だ。おい、てめえ。あ、足立さんが二人ってことは、つまり。は？つまりなんだよ。一人はミラーフェイスだ。なんで足立さんに。 警察になりすます作戦でしょ。ああ、なるほど。じゃなくてよ。警察になりすますって。足立さんに化けるべきだったのかよ。ふざけやがって。いや、そっちこそふざけんな。どっちが、どっち。マジかよ。力比べでも互角。さすが噂のミラー。ねえ。 金取るだけあるわ。ならこいつはどうだ。足立さん、道路交通法だ。全部で何条ある？130条くらい？132条、常識だ。こっちが本物？じゃあその第1条は何だって。知るかバカ野郎。何も覚えてるわけねえだろ。じゃあ じゃあの方、今の続きどうぞ。この法律は道路における危険を防止し、その他交通の安全と。すごい、クラスだ。道路の交通に起因する。やっぱり本物はこっちね。オッケー、よくわかった。そっち行く。くそ、公僕がいい加減な仕事をしやがって。 偽の足立さんにさわしろの頭を殺させようとしたわけか。胸くそ悪いって考えやがる。こいつはてめえのアイデアだな。ハッ、にプラヴィオル、にプラヴィオル。終わりにさせてもらうぜ。イシオだ。 Ой, сейчас с Исиодой сражаться. Хорошо, что ману восстановили. Ага, тебе плевать, да, на это? Музло мне здесь, конечно, вообще нравится прям. Ёп твою мать. Это ж сколько у них... Так, восстанавливаем Касуги ману. Потому что он единственный, кто может бить по цели почти по 1000 урона массово. Короче, отдача у нас будет танк, который закидывает во всех предметы.
Потому что так будет, мне кажется, быстрее завалить их. Далее ходит тот петушара, да? А у нас есть что-нибудь? Ну-ка. Ага. Так, далее ходит наша девочка, да? Так, пускай лечит. Ладно, давай попробуем оплюху толстенной пачкой. Да, что-то пошли прям тяжеленькие битвы у нас. Так. Где там Касуга? Восстанавливаем ему ману. Так, восстанавливаем здоровье всем. Хорошо. Молния. Так. Хорошо, что этот просто наблюдает. Мне прям нравится. Так, мы восстановим сейчас ману Касуге. Так. И мы не командно ничего не можем, да? Давай попробуем. Промах, ясно. Так. だ、グラレルのが嬉しそうだったり、切れてみたり、何考えてる。まあ、この前は鉄球振り回してたしな。よく大海の幹部張ってたよな。どういうことだ。極道だけの話かもしれねえが、そこが見えねえわけのわからなさってのは大。何にせよ、あの切れた石尾田は厄介で、中途半端な攻撃は確実にやり返してくる。 Так, нужно от страха избавить сейчас Сайку. Так, потом нужно от страха избавить Касугу. Теперь нужно применить аптечку. На Намбу. И надеяться, что его не убьют. Хорошо, вроде бы пока все живы, а? Вот самое главное, чтобы ее не убили. Так,
обжечь их, ману восстановить. Давай-ка мы... Отлично, у них уязвимость к яду. Хорошо. Хорошо. Синопанцю. Так, далее, отлично, хорошо. Так, продолжаем восстанавливать ману Касуге. И восстанавливаем здоровье всем. Вообще не жалею, что, блин, сделал ее хилкой массовой, потому что иначе нам бы просто полная жопа пришла. Не так это и страшно. Так, отлично, успеет походить. Продолжаем восстанавливать Касуге ману. Так, восстанавливаем здоровье. Так, нужно сейчас будет Сайке восстановить ману. Так, я думаю, что надо бы, наверное... Подожди, или что? Или давай командный бой вот... кинем на него прожарку. Отлично. По идее, минус лицо. Нет? Так, состояние успокоительное. 100 пудов на Касугу. Лечимся. Отлично, хватает. Так, минус один. Хорошо. Так, все, на себя мы сейчас тут кидаем вот такую штуку. И ману, и здоровье лечим. Хорошо. Так, хорошо. Хорошо. Давай-ка взрывной щит, может быть. Так, нам не хватает. Значит, что мы делаем? Мы восстанавливаем... и ману, и здоровье. Вот так. Так, и здесь то же самое. И ману, и здоровье. Ай! Это он стулом нас типа побил? Ну ладно, я думаю, мы сейчас просто дожмем его и все. Да. Ну, не такой уж он и сильный на самом деле. По сравнению с предыдущим боссом, он какой-то слабачок. Силы смертоносных зверей. Уаридазе,
でも若とお前が自分を殺そうとしたと知ったらどうなるだろうな。殺に全部ぶちまけちまうかもな。どの道お前は若の命令をしくじった。どんなけじめ取らされるか見ものだよ。荒川のおやっさんを殺したのはてめえか。え、どうなんだ一生だ。おやっさんはあの夜港で俺と別れた後、平安楼で星野会長と食事してた。そして店を出たおやっさんをお前が至近距離から銃で撃った。全部青木亮の命令だろ。Мне кажется, он самое лично его убил, Ао Кирю. Хотя хрен его знает, не стал он совсем так палиться бы. せやけど、その直前に邪魔が入ったんや。邪魔が入った。Так. Сейчас узнаем новые подробности, что у нас какие-то враги есть опять новые очередные, очередняры. Нетурна. И батчири дезуа. Чо мате? Так. Я вернулся. Я быстренько включал вентилятор, потому что было очень жарко. Жарко, ребят. На улице жарень, просто жесть. Я римашта на, Тайко. Коно айда на Сотенборде. Да ладно. Вот мудак. Я то вагатта тоги. Ваша хуруемашта. 登場会の裏切り者としてのおめえもその目的のために長いこと甘んじて受け取った。波のご苦労やなかったはずです。あの時あんたが俺や渡瀬の側についてくれなきゃどうなってたかわからねえ。それぐらいギリギリのとこだった。やすな。下手すりゃ解散届は握りつぶされて俺ら全員本部の庭にでも埋められてた。Мне кажется, к этому боссу нужно готовиться очень сильно. 助かったぜ。まあ、あん時はわしもつい勢いに乗せられてもうたんですわ。あんなおもろい喧嘩ができるのは後にも先にもこの一度きりやと思ったんですわ。そうですやろ。豪気な男だな。それほどでもありまへん。天道、あんたはこれからどうする気だ。神室町に戻って青木亮にありのまま報告します。大丈夫なのか。ご心配なく。なんや、裏切り者が二人揃うてからに。どうします。なんならどっちでもいけます。どっちも狙えるんか。せやったら天道ごとここで始末したか。それがご指示言うんでしたらやりますぜ、親父。おっしゃる通りに従いますわ。まずは荒川や。一発で決めるんやで。まず荒川からでんな。ふん。どないした。それが踊れろ。石尾だ。踊れは勢いだけで考えなしやさかい。二手三手先まで手に取るように見えてば。そんなんでようここまで生き残るともんや。天道。石尾だ。もう近江も登場会もねえんだ。極道が極道でいられた時代は終わろうとしてる。
この間までオウミが沈むはずのねえ豪華客船だったかもしれねえな。もうすぐ泥船に変わるぞ。早く降りる覚悟をしろ。いやかましい。実際蒼天堀のオウミは半分に減らされてまんまと潰されてもうた。けどおもろいもんや。そうなって初めてやっと椅子が回ってくる人間もおるんやからな。こんな状況にでもならない、わしにてっぺん行くチャンスは来んかった。おもろいもんですやろ。天道、Mm-hmm. Yes. じゃあ、おやっさんを撃ったのは石尾田じゃなくて天道。天道は今どこにいる？Бегите, голубцы! やっぱりしくじりよったか。石尾田は仕事が雑やさがいな。ま。見張っといて盛大やったな。どうしますか。ほなもうポチッといったれ。了解しました。с превеликим удовольствием я бы даже сказал да。Но, скорее всего, их там уже не было. Кадзума Кирю. Отлично. Отлично. Что у нас? Последняя, 15 глава? На вершину. Ребята, последняя глава. Возможно, это, кстати, финальная серия. А возможно и нет. Посмотрим. Может быть, я сделаю ее полутора-двухчасовой, не знаю. Ну, 15 глава, мне кажется, будет реально быстрой. Ну, хотя хрен его знает, не знаем. Короче, вот, все, финал близится у нас уже прям вот. Глава 15, на вершину. Даже не верится, что мы ее наконец-то пройдем. Я как-то даже испытываю легкую грусть, наверное. Как-то я привык ко всем этим персонажам. Это знаете, как когда читаешь любимую книжку, и она имеет свойство заканчиваться, и у тебя такое чувство пустоты, когда ты ее дочитал. Так, за день до выборов. グレーゾーンを糾弾してまいりました。青臭い理想論者だと現れ、くじけそうになったこともありました。それでも今、あの青木都知事が最も信頼できる人物としているのがこの久米聡太でございます。На втором месте Касуга, серьезно. 久米は肉だけではありません。久米聡太には青木都知事をはじめ全国各地にブリーチジャパンの仲間たちが共に立ち上がってくれています。民事党は本気です。もういかがわしいグレーゾーンは許さない。日本全国一つもたりとも残さない。久米聡太が青木亮と共に起こす新しい波はこの日本を生まれ変わらせます。皆さんの清き一票を勇気に変えてブリーチジャパン、日本をきれいにしましょう。きましょう。Не, ну, так как, в принципе, у нас в загрузке вон все наши персонажи, все семь, скорее всего, с ними ничего не произошло. Как-то они успели от взрыва спрятаться. Возможно, их предупредил наш кореец, который... Ну, он же, блин, не зря там владеет всякой разной информацией.
さあ皆さんいいですか思い出してください2年前どうせこの町は本気で浄化などされるわけがないと多くの人々がそう考えていらっしゃいました新神室署だってどうせお飾りになってしまうだろうとみんなが思っていましたしかし今はどうでしょう東条会という昔ながらの暴力団はもう一人として残っていません神室町は徹底的に正義を成し遂げた町として生まれ変わったじゃありませんかそれは日本中どこででもやれるはずなんですブリーチジャパンを合言葉に民事党は青木幹事長の下で生まれ変わろうとしているんですこの後知事には車の上に出られて3分間応援演説をしていただきますそれから新宿を出てまた移動になりますが知事にはあうん？どうしたのすみません知事ではなく幹事長とお呼びした方がよろしいですよねそうか呼び方を気にさせてしまったかじゃあまあこれまで通り知事にしとこう短くて呼びやすいしね気遣いさせてしまってごめんよそんなとんでもありませんУгу. Этот бомжеватого вида чувак Касуга, да? Или Намба? Телевизионная трансляция? Конечно, большинство приходит. С утра я жду поддержки президента. Так. Как-то... え？今までの私は妖怪じみた他の先生方に囲まれながら自分が権力を手に入れることに必死だったそのためにはまあ多少ずるいこともしたまさか知事に限ってそんないや本当だよ知事本当さ。まあ、ほんの少し。ほんの少しだけ。なんだけどね。だ。私には目標があったんだ。理想の正義を。お題目で語ることしかできなかった連中と違って。実際に成し遂げる人間になるという目標が。そして今の私には。それだけの力が終わりになるそれは正しいことですえ先生みんなそうです全くズルをしていない人間なんて多分世界のどこにもいません理想があってそしてそれを実現する以上場合によっては多少の犠牲だって必要になるそれは歴史も証明していることです君すみません私出しゃばったことをいいんだありがとう頑張るよルビーズニチュートシジャッそろそろ演説の時間だはい知事が目指す正義のお話を国民にしてあげてくださいああそうしようそれでは、お待たせしました。ご紹介します。青木先生は、Интересно, кто там за капюшоном, а? 現職の都知事ですが、荻窪先生の後任として、民事党の幹事長にもなられています。全国を飛び回って、ご多忙の中、決戦を圧に控えて、ここ、神室町へ応援に駆けつけてくださいました。
皆さん、ただいまご紹介に預かりました青木亮です。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様からの熱いご支援の声、深く感謝申し上げます。神室町の皆さん、突然失礼いたします。да да да это Касуга. ちまたじゃ偉人町で行方不明だの爆死しただの言われておりますが、こうして青木先生ご挨拶に参上いたしました。ну здорово, петушара. Чё, по-ба-ба-ба-базарим? Говно. というわけで皆さん、ほんの少しだけ青木先生をお借りしたく存じます。какой же он крутой, а? 何考えてるんだ君、降りなさい。いいだろう、大丈夫だ。なあ、なあ、なあ。あんたは沢城の頭に、おやっさんを殺すよう指示を出した。おとぼけはなしですよ。頭本人からそう聞いたんです。で、実はその指示をしている声を録音したデータがミレニアムタワーの荒川組事務所にあると頭から聞きました。明日俺らは投票が終わるまでにそいつをいただきに参上します。そしてネットに流して札にもマスコミにも渡す。あんた破滅することになりますね。わかる。本当にそんなものがあるならわざわざ俺に予告する必要はない。何のハッタリだ。そう思うならそれでも結構。おやっさんは最後まで若のことをずっと気にかけてました。沢城の頭も同じです。でもそれがあだになり、говорит Касуга, который представляет себя рыцарем, убивающим драконов, да? バッチリかましてきてやったぜ。ネットでも大盛り上がりだよ一番。ただね、あいにく君に好意的な声は少ないんだよ。だろうよ、若と並んでる時は俺いつだって悪役なんでね。そんなの気にならねえよ。ず
随分ご機嫌ね。ねえ、青木龍の反応は上々だったからね。計画通りで。オーケー、オーケー。こっちはさっき場所を変えたよ。君らもカムロ町にアジトが必要だろ。チャンピオン街のスナック、アテンシって店だ。そこのママとはちょっといい仲なんだよね。アテンシか。分かった。じゃあ俺らもそっちに向かう。 Так. Знаете, кстати, что до меня сейчас дошло? А, там же у меня... Так, все-таки мутный тип этот Ник Огата. Хорошо, что он на нашей стороне. Ну, выбирать сейчас не приходится. Если бы не он, мы не могли бы так долго прятаться после взрыва. Это точно. Ладно, пошли, пока Аоки нас не засек. Так. Вижу, ты добрался до последнего этапа. У меня есть последний полезный сильный для полноценного такого, как ты. За театральную площадь есть люк, следующий конжет. Там новая арена для борьбы среди тех, кто наверху особо не появляется. Народы подземелья комбратю. Неплохой часть. Искать пару редких судзимонов. Новое подземелье, да? Там можно с помощью люка в театральном переулке, через который мы ранее проникали в башню. Исследование подземелья не только делает вас сильнее, но и станет источником редких материалов и предметов. То есть это нам сейчас намекают, что мне бы пойти бы на самом деле покачаться бы, да, прежде чем пойти дальше. Ну, в принципе, учитывая, какие проблемы у меня возникали с боссами, и что впереди нас как минимум ждет еще один, да, который боксер этот сраный. Скорее всего, нам бы туда сходить, потому что мне нужно... Мне нужно... Короче, да, ребят, мне нужно сделать много всяких разных штук. Прежде чем мы с вами отправимся, скорее всего, на завершительную серию. Например, мне вот нужно всякую экипировочку поменять, более оптимизировать. Нужно улучшить предметы всех, чтобы они били посильнее. Чтобы это не было как это бывает обычно, что вдруг так получилось, что меня опять избили, там я еле как выжил. В общем, ладно, давайте, короче, я сейчас, наверное, прокачаюсь. И следующая серия, я очень надеюсь, будет, скорее всего, последней, потому что у нас последняя, 15 глава, напоминаю. И, скорее всего, это прям уже финальный финал. И нам прям сейчас дают возможность прокачаться нехило так, перед тем, как мы выдвинемся дальше. В общем, вот такие вот дела, ребятушки. Обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте свои пальчики вверх. Обязательно комментируйте поддержку прохождения данной игры. Всем огромное спасибо и всем пока. Куча хорошего настроения. Эй, бро, обязательно подпишись на этот гребаный канал. Ага. Спасибо, бро.